Самарские летчики одержали уверенную победу над «Дизелем» из Пензы, третьей командой первенства ВХЛ. Первый период подопечные Павла Десяткова провели с подавляющим преимуществом. Гости не смогли создать ни одного опасного момента у ворот соперника. ЦСКА ВВС отличился усилиями Никиты Михайлова. Он забросил шайбу в численном большинстве. Во втором отрезке встречи гости прибавили, но удача вновь улыбнулась летчикам. Итоговый счет на табло установил Алексей Басков – 2-0. В третьем периоде волжане играли по счету и довели поединок до уверенной победы. Павел Десятков отметил, что его хоккеисты справились с поставленной задачей. Вратарь сыграл на ноль сегодня. В принципе, вся команда сегодня пласталась. Вот, я скажу, что мы выездную серию тоже хорошо играли. Вот, но где-то не хватало нам немножко дожать. Наставник гостей Алексей Ваулин заявил, что его команда провалила первый отрезок встречи. И вратарь соперника, и ребята блокировали все наши броски. Очень мало, скажем так, давали нам шансов. Ну, ничего, готовимся к Тольятти, сопернику с победой. После этого матча ЦСКА ВВС занимает 22-ю строчку в турнирной таблице и сохраняет шансы побороться за участие в плей-офф ВХЛ. Следующий поединок самарцы проведут дома 11 декабря. Они померятся силами с казанским «Барсом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Игра пройдет в закрытом формате, без зрителей. Анатолий Головко, «События».